И всем привет, народ, всем привет. Знаете, я вот этого чувакашника убил вскоре после того, как мы с вами... Это, как это получается, четвертая часть рейда за один патрон. Наверное, опа. Кажется, дикий. Кажется, не... нет, вот эту бойню я устроил. Как бойню. Встретил пару гостей. Самое время посмотреть, что у него было в разгрузке. Может, что-то полезное завалилось. Шина. Еще больше гранат. Питье бы мне пригодилось. Гранатами я и сейчас пока и так не раскидывался. Ну ладно, закину уже так. И проверим, насколько рядом противники. Ну мало ли бы по мне залетело. А я не хочу. Это не весело. Так, хорошо. О, там еще кого-то завалили. Вот, блин. Наушников-то нет. Так, это, кажись, ЧВКшник. Юсек, кажись. Че расскажешь? О, у. Не, ну это я постараюсь даже и вытащить. О, шлематский. И даже неплохого состояния. Блин, кто по тебе так плохо стрелял? Так, разгрузочка. Думаю, в принципе, уже можем потихоньку расходиться. Ну, блин. О, еще один. Вообще без оружия. Мне кажется, они друг друга тоже лутают. Ну, давай, давай. Ой, нет. Ой, нет. Это же не то, как я думаю. Да, ну, в баню. Так, быстро собираем все это... Юсека и валим отсюда. Так, патрончики, патрончики. Да сколько ж ты на этот пистолет потратил, а? Скотч. Опять какой-то ключ. Лампочка. Так тебе эти лампочки. Ключ. Ладно, фиг с тобой. Что у тебя еще полезного? А, ну, моя кепка. Ага. Два телефона пусть будет, фиг с тобой. О! Либо снимает, либо перекладывает на другого. Разница-то есть. Все, уходим. Давайте, наконец, бежать отсюда. Пока еще и при здравии, и все хорошо. Фух. Не, я точно скоро поставлю сталкер. Прям... Чё-то снова меня все это такое затягивает. Так, ну, в принципе, по водичке мне нормально. Фух. А теперь бы главное спастись. И надо бы раздобыть ключи на спасение с завода. А то постоянно к воротам бежать. Так бы уже взял... О! А за человек-то хорошо платят. Ладно. О, парень, лучше не нарывайся. Ладно. Думаю, сейчас получится. Побежали, 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 побежали. Отлично, аккуратно. Аккуратно.
И быстро уходим. Был у меня как-то баг, что мне пришлось умереть, потому что у меня вообще не было никаких выходов. Но об этом в другой раз. Итак, мы наконец выжили. Благодаря нашему М1911. И всем спасибо, что пришли. До новых встреч. Всем пока.